Подарок ко дню города. В Бийске появился новый памятник. Бюст великому русскому поэту Александру Пушкину установили в театральном сквере. Хочется, чтобы какими бы ни были возрасте, но всегда стремились к достижению каких-то целей. К чему мы стараемся обучать наших детей, стараемся что-то им подсказывать. А здесь подсказывать очень просто и легко на этой площади. Дав стихи Александра Сергеевича Пушкина, читайте, изучайте, и вам легче будет жить. Бюст Александра Пушкина изготовил именитый московский скульптор Григорий Потоцкий, чьи работы пользуются большой популярностью за рубежом. Высота памятника 1 метр 20 сантиметров. Общая же высота вместе с постаментом более 2 метров. Рядом со скульптурой главный атрибут поэта – раскрытая книга вместо таблички с указателем «Росчерк гения». Отметим, что идея установки памятника принадлежит Бийскому Демидовскому фонду. А в дар городу принес известный российский благотворитель Сергей Козубенко. В ближайшее время рядом со скульптурой появятся новые клумбы. Отметим, что сейчас сквер, в котором установлен бюст, называется театральным. Однако в ближайшем будущем он может поменять свое название на пушкинский. Аполлон Григорьев еще в конце 19 века сказал: «Пушкин – это наше все». Пожалуй, это самый такой значимый и выдающийся русский поэт, имеющий такое сильное влияние на становление характера людей.